Встреча с клубом СКА, состоявшаяся в среду в Сочи, завершилась со счетом 4-3 в пользу олимпийской сборной. Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Егор Коршков, Максим Чудинов, Артем Федоров. У СКА отличились Александр Дергачев, Илья Ковальчук и Виктор Тихонов. Решающий буллит исполнил Владимир Ткачев. В матче за третье место магнитогорский «Металлург» уступил сборной Канады 1-3, сообщает агентство «Эрспорт».